Привет, друзья! Вы на канале Дуаплей. Давайте поиграем в Hills of Steel. Возьмем Атлас. Танк Атлас наш. Давайте немножечко... у нас усилено. Поехали! Попробуем, посмотрим. Мы играем против... наших танков. Против боссов. Так, а ну-ка. Опа! Есть! Так, подожди. Стреляй, стреляй прямо в него. Так, давай немножко его... подкрутим. Хорошо. Уничтожили первого босса. Так, следующая армада. Так, а ну-ка, подожди-ка. Сейчас мы подойдем к тебе. Опа, нифига. Вот это у него стреляет. Вот это у него патрончики. Какие крутые у Атласа. Так, следующий. Легион. Давайте сейчас мы и легиона щелкнем. О, почему-то мимо. По идее, самонаводящиеся патрончики, правильно? Пульки. Так, следующий танк у нас Кнут. Очень злой танк. На, получи пульки. Давайте еще своим циркулярным ножом попилю. Ага, кто это? Огонец ада. Вонючка. Это вонючка еще та. Давайте попробуем. Щелкнуть его. Давай, подлетай сюда. На, получи. Все. Ой, следующий. Первый уничтожили, теперь второй. Бомбардир. На, получай бомбардирчик. Еще одну ракетку тебе и все, давай. Опля, готов. Фига, сколько монет у меня уже. Так, следующий. Ох, 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 какой красавчик. Лазерная пасть. Ну что ж, лазерная пасть. Так, отойдем немножко назад. Подождем лазерную пасть. О! Подбили немножко, да, мы тебя? На, получай еще. Сейчас, подожди. На! Готов, готов. А у нас босс лазерной пасти. Уничтожили мы его. Так, следующий удар грома. Ну, и тебя мы защелкаем, подожди. На, получай огневую поддержку. Есть. Готов. И следующий танк у нас армада. Сейчас мы тебя тоже щелкнем. Как всех предыдущих. О! На! Готов. Его было легко, в принципе, победить. Так, следующий легиончик. Легиончик, легиончик. Получай ракетками. Ух ты! На! Отходим немножко, ребята. Он сейчас стрелять уже будет. Так, идем медленно. Так, получай еще. Ух ты! Ну, сейчас, подожди. На! Есть. Уничтожили, наконец-таки, мы его. И следующий у нас, ребята, Кнут. Кнутик. Кнутик, кнутик, кнутик. На, получай, сейчас я тебя... Сейчас я тебя отщелкаю, подожди. О, а мне идти некуда, да? Ладно. Надо будет идти в наступление. А, вот и как раз у нас вертолетчики появились. Ладненько. Сейчас отойдем немножечко. В сторону. Где ты там, вертолет? На. Ух ты. Мимо. А почему мимо? Не понял. Ладно. Сейчас мы на холмик встанем вот этот. На, получай. Так, ё-моё, не долетают что ли патрончики мои? Как бы они самонаправляющиеся? Ну ладно. Самонаводящиеся, то есть. О! Так, попал? Нет, не попал. Вроде бы нет. Так, давай немножко отойдем. Надо мне какой-нибудь выступ найти. Холм. Ну хотя бы этот. Есть. Уничтожили мы. Вражеский вертолет. А тут следующий летит. Бомбардирчик. Сейчас мы и тебя щелкнем. Подожди. Так, ладно. Давай, подходи. Пошел, пошел, пошел. Надо кого-нибудь другой найти выступ, потому что здесь не очень попадание идет. 100%. О, хорошо, смотри.
Надо под ним стоять, значит. Ладненько. Сейчас еще раз попробуем. О, хорошо. Уничтожили мы вражеский танк. Следующий — лазерная пасть. Ладненько, сейчас мы тебя попробуем отщелкать. О, привет. Получай удары. Так, у меня еще крутилочка есть. Сейчас мы тебя отщелкаем. Нифига себе. Ждем, ждем. Есть, готов. Готов, лазерная. Лазерная пасть готова. Удар грома идет, следующий танк. Сейчас мы... А, тебе надо будет как-нибудь по-другому. Хорошо, сейчас отойдем немножко. Вот сюда. А, мимо. Вот здесь будет хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, подожди секундочку. О, прям меня, гад, а. Так, у меня уже и здоровья мало. Все, давай. Летите, мои ракетки. Все, готов, уничтожили мы его. Следующий едет. О, армада. Ну, армаду мы сейчас быстренько с вами, ребята, щелкнем. Как ты считаешь? А, кстати, я хотел передать привет Елизавете, Андрею, Елене Павловой, Оксане и Эльзе. Ребята, я вам передаю приветы. Обязательно подписывайся на канал. Пиши комментарий, передать привет. И я тебе передам в следующем ролике привет. Так, сегодня я как бы всем передал, кто меня просил, кто писал. Так. Легиончик. Легиончик — это танк такой вот. Мы сейчас его постараемся щелкнуть. Да, нет, промахнулись мои ракетки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте подойдем поближе. И будем его резать. Получай уроны. Все, уничтожили мы танк. А, кнут, 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 вонючка. Иди ко мне, кнут, вонючка. Сейчас я тебя буду ножом своим резать. Или ракетками, у меня ракеток много. Так, давай поближе подойдем. Иди сюда, смотри, что у меня. Какая крутилка есть. О, сейчас я тебя... Все, уничтожили мы. Это танк тоже, пошли вертолеты. Так, гонец. А, да, у нас вертолетчик. Ладно. Сейчас я его попробую. Нет, не получилось. Убежал. Вот здесь вот, поверху. Сейчас он еще подлетит, подожди. Ой-ой-ой-ой, стрелять начал. Вот, летит, 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 летит. На. А, он меня уничтожил. Как-то что-то я не заметил. Ну ладно. Мне дали майора. Продвижение. Ну ничего страшного. Давайте попробуем в зимнюю войну. Возьмем вот этот танк. Тесла. На Тесле покатаемся. Ох, нифига, смотри, какой разряд электричества. Уии, получай электричество. Тебе не надо? Ребята, бесплатно раздаю электричество. Прям-таки неплохо. Да. Уничтожаются противники хорошо. Легион идет нам навстречу. Привет, легиончик. Тебе не нужно электричество. Так, давайте сразу подлечимся. Все, готов. Так, босс повержен. Давай еще попробуем. Атака в пустыне. Возьмем теперь вот такой танк. Мамонт. Мамонта возьмем. Проверим теперь мамонта. Как мамонт будет у нас справляться. О, какой танк, смотри. Какая у него скорость. Вот это удар. Мощный. Тихо, тихо. На. У меня аж танк отлетает. Прикинь, мамонт. Офигеть. Как он отлетел далеко. Божечки, что же за танк такой сумасшедший, мамонт. Офигеть. Ладно, едем на мамонте.
уничтожать танки. Ух ты! Ну, взрыв какой. Ударили, мы уничтожили его. Так, где там следующий? Скоро-скоро, ребята, будет босс. Сейчас посмотрим, как мы босса одолеем. Вот такая пустыня. Держи, ударчик. О, а босс у нас вертолет. Гонец ада. Давай, на. Так, один ударчик мы сделали. Сейчас мы немножко отъедем. Подъедем сюда. Найдем выступ. Фига, у меня танк быстро как едет. Как вертолет прям. Слушай, есть. Последний удар. И босс повержен. Уничтожили мы босса, ребята. Давайте откроем сундук. Посмотрим, что там. Что в сундуке. В сундуке ничего такого и не было интересного. Давайте откроем следующий сундук. Так, еще один давай откроем. Ну, нормально. Ну что ж, ребята, обязательно ставь лайк. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Пиши комментарии, передавай привет. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.